Привет, друзья! Как утверждал Эйнштейн, только две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной он был не так уверен. И вот спустя много десятков лет его утверждение получило практические подтверждения. Речь идет о людях, глупость которых перешла все возможные пределы и удивила бы даже гениального физика. Жасмин Тридевиль. Все известные способы обретения славы, популярности и богатства показались 21-летней Жасмин Тридевиль из Флориды слишком уж долгими и неопределенными. Она твердо решила стать знаменитой всего за несколько дней и таки добилась своего, выделившись из толпы конкуренток крайне необычным способом. Все шло прекрасно, и Жасмин уже подыскала себе агентство для раскрутки невиданного мега-шоу. Но судьба все же решила вмешаться и внести свои коррективы. Сотрудники аэропорта Тампы во Флориде просветили багаж девушки и обнаружили в вещах протез накладной третьей груди. Вместо мега-шоу разразился мега-скандал, завершивший короткую карьеру Жасмин еще до того, как она состоялась. Саймон Дарнис. Самый убедительный ответ на вопрос, как стать лучшим в онлайн-игре World of Warcraft, нашел 27-летний житель Денвера Саймон Дэвис. Для приобретения игровой амуниции он продал свою собственную почку. Саймон настолько вжился в игру, что в течение многих месяцев прокачивал своего героя, инвестируя в него практически всю зарплату. На грани нервного и физического истощения парень лишился работы и средств к существованию. Геймеры в чатах шутили, предлагая продать часть тела, которая его не слишком заботит. Но Дэвис последовал совету и действительно продал почку. Большую часть суммы он незамедлительно инвестировал в свой изрядно просевший игровой аккаунт и нисколько не жалеет о своем решении. Ведь его организм вырастет новую почку. А что, разве они не вырастают заново? Вот это лажанулся! Виски по паспорту. С 22-летним американским грабителем-неудачником судьба решила провести подробный инструктаж. Войдя в ночной магазин с целью ограбления, он извлек крупнокалиберный пистолет и постарался выглядеть грозно и убедительно. Касса оказалась тощей, но цель была достигнута. Парень разжился пачкой мелких купюр и уже собрался ретироваться. Но тут его внимание привлекла большая бутылка виски. Видимо, посчитав, что это как раз то, что ему сейчас не помешает, грабитель потребовал выдать бутылку. Предприимчивый продавец, здорово рискуя, потребовал предъявить удостоверение личности. Горе-грабитель извлек из кармана права и предъявил продавцу, который, удостоверившись, что парню уже исполнился 21 год, удовлетворил пожелание. Как вы понимаете, эйфория воришки длилась недолго. Спустя 2 часа полиция нагрянула в его дом, так и не дав опустошить злосчастный напиток. Вот вам неоспоримое свидетельство о вреде спиртных напитков. Кукурузный челлендж. Желание попасть в топ заставило эту юную симпатичную китаянку бросить вызов безобидной кукурузе, используя в качестве оружия собственные зубы и самую обычную строительную электродрель. И что крайне огорчает, рядом с ней в кадре оказался друг или подруга, которые не только не нашли слов или желания ее отговорить, но и с удовольствием помогли совершить глупость. Ну а результат, что называется, налицо. Да, жаль девочку. Очень хочется надеяться, что полученный опыт поможет ей избежать намного более серьезных физических и психологических травм в будущем. Хотя, чтобы поверить в это, приходится оставаться очень большим оптимистом. Снегоход. Когда очевидную глупость демонстрируют молодые, неумудренные жизнью парни и девушки, это можно попытаться списать на возраст. Но когда ее обнаруживают одновременно 4 взрослых мужика, тут, пожалуй, речь идет о пандемии идиотизма. Сразу хочу предупредить, количество повторных просмотров начала сюжета ничуть не приблизит вас к ответу на вопрос «Зачем?». Конечно, этому парню просто невероятно повезло. Еще доли секунды, и все могло закончиться сломанной шеей и прочими не менее серьезными неприятностями. Что ж, будем надеяться, что после такой встряски полученный опыт он сможет передать по наследству. Если оно у него будет.
А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до скорого!